Доброе утро! Сегодня у меня для вас рецепт-сюрприз. Мы будем делать сырные блинчики. Берем сыр, совершенно любой, который есть у вас в холодильнике, тот, который вы любите, и натираем его на крупной терке. Вообще, это, конечно же, для таких гурманов, которые сыр очень-очень любят. Я, например, к таким отношусь, и мимо сыра равнодушно ходить не могу. Добавляем сыр в миску. Сюда же. Сыр будет основой нашего блинного теста, но, естественно, без муки оно у нас никак не получится, поэтому добавляю сюда полстакана муки, так. Одно яйцо, немного соли, немного, потому что сыр, как правило, вещь солоноватая, немного перца. И рубленую петрушку. Петрушку рублю довольно мелко. Изрубили петрушку. Оп-ля-ля, в тесто. Теперь аккуратно начинаю вымешивать, добавляю сюда постепенно немножко молока. Тесто должно получиться такой блинной консистенции, жидкой сметаны. Вот какое тесто у нас с вами получилось. Разогреваем сковороду. Добавляем на нее 100% оливковое масло. Я на нем практически всегда жарю, потому что у него совершенно чудесный нежный вкус и аромат. Масло разогревается. И выкладываем небольшие вот такие блинчики на сковороду. Как только золотистая корочка у нас получается, блинчик переворачиваем. Прожаренные блинчики снимаем и выкладываем на бумажное полотенце. Дожариваем все, что у нас здесь осталось. Вообще идея блинчиков существует во всех абсолютно культурах. У американцев это скорее такие толстенькие оладьи, а французы очень любят крепы. Это такие, как наши тонкие блины, белорусской кухни прекрасные драники из картофеля. А какие вкусные бывают яблочные оладьи. Тоже чудесная идея на завтрак. А самое главное, что все очень просто и быстро. Итак, блинчики у нас готовы. Мы их снимаем, перекладываем на чистую тарелку. Есть их нужно теплыми. И пока они чуть-чуть остывают, мы с вами сейчас быстро сделаем потрясающий фруктовый коктейль. Для нашего прекрасного фруктового коктейля нам понадобится ананас, консервированный из банки, стакан грейпфрутового сока и банан. Сплошная польза и витамины. Как раз вот для таких целей подходят те бананы, которые уже немножечко потеряли свою привлекательность, то есть не совсем желтые, а такие немножечко с потемневшей кожицей, зато в коктейле будут все потрясающие. Как следует, взбили все в блендере, налили в стакан, пожелали друг другу приятного аппетита. Посмотрите, какие мы с вами молодцы. Мы нажарили блинчиков и взбили замечательный фруктовый коктейль. Для тех, кто любит завтраки полегче, подойдут фруктовые коктейли. Причем совершенно не обязательно делать его вот именно из тех фруктов, которые мы использовали сейчас при взбивании этого коктейля. Вы можете взять не консервированный ананас, а свежий. Вы можете банан заменить на грушу и так далее. Замороженные ягоды, орехи, соевое молоко, йогурт. Тут поле для фантазии совершенно не ограничено. И получается здоровый, вкусный, легкий завтрак. Ну а если все-таки есть немножко время и есть кого порадовать прекрасной, вкусной, уютной домашней едой, жарим оладьи. Приятного аппетита. Обязательно завтракайте. А на следующий раз приготовьте слоеное тесто, груши и абрикосовый джем. Хорошего настроения.